Блять, я взял танковую деку, ну ебать их в рот нахуй. Бля. Что ж Все непонятно? проебали. Да нужно деку сделать, блять, нормальную. Короче. Сколько лет играю одной декой, самая нормальная дека? Таймпердин, блядь. Не, просто уже дек в этих на Destruction дек уже нету. Ну давайте мне сначала залог. Так, а почему у меня осталась старая дека? Ну ладно, я на авиадеке тогда получается. Хотя бы танковую. Арта-деку. Я танковую Может, убирал. Не надо авиадеку, блядь. Может, не надо вообще летать? Мы же не будем атаковать. Мы же договорились, что мы артим. Зачем? А может, вертрошним сразу прямо? У меня. Получим. У меня общий советский, нахуй, нет. У меня 28 вертолетов есть. Мне 20. У вас 1000 очков на вертолеты. Без разницы, сколько у вас всего, у вас 1000 очков на вертолеты. Это хорошо. Ну это сколько? Это 11 вертолетов с каждого. Да, мне пофигу, я могу. Минута 40, давай делаем. Пускай они. Делаем, не делаем. Проебем, так проебем, господи. Чем тебе? Если делать, то надо всем. Да, давай. Да, да, если... У меня общая вертов. У меня нет вертов, нахуй. У меня, блядь, не 28. Я, блядь, никуда нахуй не буду делать, блядь. Все. Так уже не делаем или делаем? Я делаю. Ну хотя бы 4-5 человек уже хватит, чтобы их расхуяли всех гондонов ебаных, блядь. Ладно, я сел эти тайпики я отправляю. Вызову вам Ми-24В, две штуки. А еще в одну точку-то ставите все эти вертухи, их собьют сплошами. И КШМ-ку возьмите. Летающие уже 2, у меня нет. Я с нами вообще, Два, нет, да. Ты тоже будешь вертарашить? Я выставил. Ну, я только двое их выставлю, остальное поеду колонны за вами, короче, на всякий. Я взял тоже кэш. Разведку взяли? Если что, развед вертухи. Бать, у меня вообще деки торы, нахуй, блядь, торы! Я 19. У меня нету никаких этих. Я 2 ми-2 взял, но... Пока не... Но они медленные. Ну, я 3 разведки. Разведку К-52 я возьму один вам. Если вам поставь их куда-нибудь, его куда-нибудь вот сюда, там, в самый конец. Потому что первый это понятно, или что сразу сдох. Как он будет лететь, то что он быстрее всех. Да, да, да. Я чувствую, у нас потику. Начинай сейчас справа нахуй. До самого, блядь, влагалища. Блядь, пиздец, ну, блядь, я охуею, блядь. Можно я отключусь просто, блядь, а то я материться начну не очень хорошо. Good luck тебе, блядь, Питер, вертолетов. Сейчас такой гудлак увидит. Have a nice day. Будет. Сука, я буду их артиллерию ебашить, блядь. А, кстати, ебашь по стрелочке? Когда они... Да, сейчас... да, кстати. Это сейчас ПВО вызовут, чтобы оно никуда не доехало. Летит. Атакамс аккуратнее налево. И стволка. Не попадите по ней. Стволка — это хуйня. Нифига. Кстати, мне чуваки, которые стреляют по таймингу. Вы думали, только мы такие? Нет, есть еще одни пидоры. Ну это, блядь, задроты на этом. Блядь, я К-52 отвел. Не повел. Ой, как красиво попал. В лары. Солтики. Фазер, солтики возьмите. Не-не-не, куда? Отворачивай як сразу на это. Иван. Hello, guys. Вот здесь, блядь, О, порта убегает. Грегори, Грегори. Патриот у нас. Аккуратнее, як. Як. У тебя кишемка упала, прям под этим. Что ты делал? Ну так можно было на две снять или не. Просто так скончал, так сказать. Опа, такамс убегают, ловите пидоров. Да ты лучше на рез полетел бы. Какой рез? Да, да, потому что рез эти пешенки появятся, вот пешенка. Нихуя, у нас рандом 25-ками летает. Кшемка, кшемка, кшемка. Блядь, скопику сейчас все, блядь, в одну кучу, нахуй, все вертолёт. Суки, блядь. Ну что вы за долбоёбы, блядь, а? Ну чё вы? Хоть арту-то поебашили. Вот сюда съебались вот так. Як, бля, как ты с ними играешь, а?
Кудфазер, ты в прошлом этом проебал 700 очков. Да и похуй. Кто бы нахуй выебнул, что ли? Блять, это бывает разы, когда вы, блядь, меня подставляете. Когда поиграем против хоть кого-то. Когда я, блядь, прилетаю на колонну быстрым маршем, никто не приезжает, а меня разъебывают. ЦВшка вот здесь поэтому, на Грегоре. ЦВшка на Грегоре на пометке. Вы нихуя не играете, блядь. Фазард, я типа я не против, ты просто очень много предъявляешь другим, при этом как бы сам не отвечаешь своим требованиям. Давайте, давайте, устанавливаем фронт, фронт, фронт. Все, хватит пиздеть, хватит пиздеть. Фронт, я налево, я налево. Я пехоты. Согласен, да, давайте. Я справа. Справа проблема. А справа сейчас будут, да. Я сейчас сделаю чуть-чуть легче эти проблемы. Надеюсь, они не успеют так быстро уехать. Они уезжают. Да. Я могу только БМП. Я совсем не рассчитал то, как долго будет падать эта хуйня. Давай мы один на один. На авиации, да? Вот здесь ствольная. А. Ну я один на крокодил спасибо. 2М1А2 стоят чинятся. 2М1А2 пометки. 2 Рено стоят. Разъебался колонна один вертолет. У кого ЦВшка у нас? Мста была. А тоже там. 4 мсты у кого-то были. Нет, их было 3, я их отменил ради 3 крокодилов. Ах, блин. Ну, если что, на Грегоре ЦВшка пехотная пометка. Может быть, он двигает ее, я не знаю. Но была там. Тех надо ебануть, короче, вот здесь, чувак. Тор, конечно, блядь, невероятно кривой, нахуй. Есть минус у них ЦВ. На Иване, да. Поехал. Бля, я отправил там, я тоним. На Иване минус ЦВ. Спикер, блядь, на Иван едь. Какой ЦВ? Их база. Бля, поздно. Я все. Ага, бля. Там он не доедет. Там 2М1А2, блядь. Там 2 танка всего. Годфазер, юзай пехоты. Че? У тебя пехота стоит? Или это так задумано? Моя, блядь, пехота стоит, блядь. Я жду, пока вот эта хуйня захватит вон ту хуйню, блядь. Это хорошо ты объяснил. Ладно. Дипломатично. Да, дипломатия наша. Главное, вот, доступно. 2М1А2 приезжает. Ну, собственно, что я могу с ним сделать? Сейчас, да. Там, по моей метке, если что, пехота жила. Убирай ЦВшку тогда, что ли. Блин, забрал. Дешеветы сидят, сука. Шевьеты всего двигаются по тому лесу. Лиджани, Кодфазер. Напалмом заставим их, нахуй. Я, может, попробую его в бочину забрать. Серьезно, они просто поехали дальше. Обидно. Заставим его. Да, 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 пусть он выстрелит, да. Не, не мне надо стрелять по райкету, блять, сука, танк ебучий. Не надо стрелять по райкету. Борт на поверхность. Сука, нет. Так ракеты, выключай пушку ракетами, хуй. Езжай, отъезжай, отъезжай. Я отъезжаю. Блядь. Если что, у М1А2 отказ оптики, он не может стрелять сейчас. Да, да, да. Немоход, немоходы, спикер. Я не понимаю, что сейчас тебе. Тебе слева может тур пролететь, он на это намекает. А, куда падает? Я там другим занимаюсь. Вперед, это, образцом, давай, давай, вперед, быстрее отказ оптики. Поехали, поехали. Контузия. О, он сейчас встал нихуево. Давай, тебе разок ему въебать и нормально будет. Да ну давай, не спикер. Да я не это, он сам, блядь, он освещен. Да, твою сана, сука. А это что за хуйня? Ах ты, сука, ебаная. Нет, приходится играть. Спикер, чупарели, чупарели. Да я не вижу, блядь. Сказали, слева ПТУР. Ну я что смогу, блядь, сделать, нахуй. Играть. Когда метка была на Немрот, она была, блядь, где-то в жопе там мира. Смотри, арта почти не стреляет. Может, потому что она кончилась. Бля, ебучий М1А2. М1А2, что там, стоит, кстати? Нет, поехал куда-то, пятится. Он уезжает на бою. И сейчас, наверное, просто все бабло нахуй в ПВО валили. И им просто нечем атаковать нас. Ну, о чем речь? Готфазер, а сюда можно расставлять пехоту? Ты там зачистился? До центра? Я отправлю на центр. Самое забавное, что у нас даже будет равное количество очков. Куда расставлять пехоту, когда можно расставлять пехоту уже вперед туда?
Потому что она у меня стояла здесь. Дальше я могу двигать спокойно или все? Здесь пехота у них. Як заметил? Там уже никого нет, там. Да. А, все, ладно. Занять. Денег. Метки, пехота. Я думал, может, лучше левые города занять твоей пехотой. Чем... Ну там надо, да, я могу. Копик, у тебя БТРТ едет к городу, а ты на телефоне. Томат. Самолет. А там, а у нас ПВО нет, да, спора? Да, конечно, охота, блядь, за М1-2 была веселая, но, сука, этот... Как они испортили этим? Убрал бы ты вот этот, ага. Да, сука, блядь, могли бы заебенить его. Опа, она нахуй. Там дом миги сливает. Ну, один я убил там, там был 2 М1-2, поэтому... Хоть что-то. Можно Грегори занять сейчас? Бля, не я, факт. Кстати, вот про этих чуваков и говорил же, блядь, что их надо запиздить, бля. Да, кто это? Да, это которые чуваки с этот, через сервер, бля. У меня есть куча. И скучи. Меня. Да. Меня. Почему? Кикнули. Да. Они вон, просто они всех кикают. Всю команду. И они проиграли, потому что они понимают все. Давайте еще раз заделаем. Как сервер называется, нахуй? Называется сервер. Не знаю. Этот